начинаем. Я держу в руках легендарный компьютер Yamaha MSX2. С 1986 года он выпускался, и по некоторым данным Япония поставила буквально 4000 экземпляров в Советский Союз. Говоря о моем фильме, он называется «От первой микросхемы до последнего мегабайта». Идея пришла, можно сказать, очень просто. У меня есть видео посещений музеем, есть обзоры моей техники. Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня мы поговорим о компьютере, столь популярном среди музыкантов. Это Atari 520 ST. Для себя я давно уже понял, что без знания истории, без обращения к прошлому не может быть будущего. Также по этому же пути я, собственно, и пошел, когда начал коллекционировать свои компьютеры. Фирменный монитор Atari ко мне приехал из Киева. Сам же компьютер был доставлен из Лондона с комплектом дискет и мышкой. Казалось бы, на первый взгляд техника бесполезна, представленная мной. То есть, а тут вдруг Андрей оп и без проблем ее запускает. То есть на практическом примере того же пейджера, допустим, ну, лежит бесполезный пейджер с 90-х годов. А тут он запускает старый и он вдруг принимает сообщение. Меня зовут Андрей Иванов. С 2004 года я начал собирать коллекцию компьютеров и различной техники, программного обеспечения. Многие марки коллекционируют, еще что-нибудь, а тут я вдруг компьютеры. Не всегда знаешь, какие сюрпризы готовит новый день. Это даже вызывает больше интерес заниматься музеем. Возможно, фильм посмотрят те, кто в будущем смогут наладить некое производство компьютеров в будущем в нашей стране, почему бы и нет. В данную минуту легендарный, один из лучших отечественных компьютеров загружается тоже с отечественного магнитофона, выпущенного в Кишиневе. И посетители, и, возможно, и зрители могут получить знания о IT-сфере, об истории вычислительной техники и применить их в своих разработках в будущем. Поучаствовать в PitchMD – это первая ступень, первый опыт. Здесь я научился и представлять свой материал и улучшать написанный сценарий, и писать впервые научился составлять настоящий бюджет. Ну, самое время проверить дискеты. Может, хоть что-то интересное найду. Меня зовут Андрей. С самого юного возраста компьютеры были частью моей жизни. Становясь старше, я понял, что история компьютерной техники интересует не только меня. И я решил создать место, где все желающие смогут посмотреть и даже поюзать гаджеты и девайсы от самых первых до более поздних моделей. Это моя компьютерная история. От первой микросхемы до последнего мегабайта.
собирал экспонаты, я, собственно, немного отходя от общепринятых принципов, собирал берем, допустим, по годам, да. Я не собирал по 50-х, 60-х, 70-х годов. Естественно, у меня только арифмометр представлен. По принципу, ну, год, поколение, если мы говорим про поколение процессоров, и, ну, возможность применить. Когда ничего не получается. Вот это вот, нужно сказать, профессиональное. То есть взялся за работу, споткнулся о какой-то проблему и не могу никак найти ее решение. Вот это, можно сказать, персонально. Сложно сказать, что я люблю больше всего. Ну, навряд ли тишину, навряд ли... то есть не слишком громко, не слишком тихо. То есть некий средний вариант. А в плане техники все. У меня компьютер не всегда был. Можно сказать, что компьютер и не был первым, у меня магнитофон был первым. Поэтому, наверное, музыка тоже должна быть и в любом случае. Не сказал бы, что я не отдаю. Как-то с моим товарищем, ну, коллегой по прошлой работе обсуждали. Он как раз говорит, что, ну, а что ты машине своей, допустим, не дашь ему? Ну, слушай, ну, если ты дал своей машине, ну, почему бы и нет? Я как бы тоже могу, но я пока до этого не дорос, не дошел. То есть он просто этому посвящает буквально каждый час, каждую минуту своей жизни. Это феноменально. И повторю, такого в своей жизни я не встречала. Я начал с 2004 года собирать компьютер. Ну, как собирать? Это маленькая коллекция, которая размещалась на балконе, в комнате, где было место. Там и, собственно, размещалась. А началось все с того, что вот дома появился первый компьютер, да, ну, на нем что можно? На нем можно программировать на Паскале, чтобы закончить школу, и можно играть, чтобы не программировать на Паскале, допустим. Я вижу, как Андрей каждый раз, когда говорит об этом, он с таким энтузиазмом говорит, и он вкладывает и душу, и время, и деньги для того, чтобы все это и содержать, и не только содержать, и передать все это людям. В идеале, да. Мне желательно, чтобы дела были сделаны. Можно еще один, наверное, дубль. Я Андрей, хранитель музея компьютеров в Кишиневе.